точно изменился обзор, скорость развертывания машины стала в разы быстрее, то есть не надо подключать эти длинные пучки кабелей, каждая машина уже по отдельности может производить буст. Вот. Ну, барабаны стали удобнее, когда на дизеля наматываются, то есть мы можем сразу быстрее к дизелю подсоединиться, то есть время развертывания уменьшается в разы. Вот. Машина новая, безотказная. В наш гвардейский полк поступила новейшая зенитно-ракетная система С-400, которая пришла на смену знаменитой 300-ки. 24 года С-300 стояла на охране воздушных рубежей Саратовской области. Пришло время ей уступить место более совершенной технике. С-400, конечно, повысит наши боевые возможности, ну, как минимум, в несколько раз.